Всем привет, дорогие друзья, с вами Механик, мы продолжаем ехать по суровой России, к сожалению, КамАЗ после прошлой серии восстановлению не подлежит. Нам нужно ехать дальше, поэтому мы сегодня будем двигаться с вами на вот этом аппарате. Ух, какой же аппарат, посмотрите только на это. Так, давайте мы, наверное, сейчас выдвинемся, где-нибудь в пути заедем. Возможно, мы что-нибудь поменяем в нем. Так, включаем передатчики. Работает ли у нас... Сейчас я проверю, работает ли у нас переключение... Да, да, секвентальная коробка тоже работает. Все замечательно. Так, а где мне выехать? Давайте-ка мы здесь развернемся с вами. Неплохо звучит он, кстати, неплохо звучит. Я надеюсь, мы куда-то доедем. Все-таки BMW не особо надежная тачка. Хотелось бы доехать, но я не уверен, сможем мы или не сможем. Ребят, напишите в комментариях, как вы считаете, получится у нас доехать или не получится. Я не знаю, не знаю, как пойдет. Так, сейчас мы выезжаем. Давайте посмотрим, а в какую же мне сторону? Наверное, налево мне нужно, да? По-моему, да, по-моему, налево нужно выехать. Там чего-то они стоят, чего-то ждут. Ну, в общем, едем, наверное, да? Потихонечку. Так, все выключается, все включается. Вот так он еще раз внешне выглядит. Посмотрите, ну, по-моему, прям достойно. Не хватает денег купить новую игру? Тогда забираю бесплатно, прямо сейчас. Не пропусти специальную акцию для моих зрителей. Экономь до 90% при покупке первой игры и получи еще одну в подарок. Совершенно бесплатно. Раздача происходит каждый день только среди покупателей. Хочешь, чтобы твои друзья обзавидовались твоему Steam аккаунту? Тогда переходи по ссылке в описании и покупай самые крутые игровые новинки, но рекомендую поторопиться, потому что ключей по такой низкой цене осталось совсем мало. Ссылка на магазин в описании. Включил, значит, свет, и смотрите, вот когда я на газ давлю, почему-то у него... Почему-то загораются... Стопаки, когда я на газ давлю. Это странно. Вот на тормоз, вот на газ. А, сейчас перестали. Странно. Почему стопаки-то горели? Еще колеса меня напрягают. Как-то они слишком домиком. Как-то, не знаю, резина, что ли, неправильно или что. Но в целом очень неплохо машина сделана. Очень неплохо. Сегодня продолжаем тестировать руль КамАЗ C5. Пока очень нравится, пока все очень здорово. Так, возвращаемся в салончик. А что у нас, дальний есть? Это дальний, правильно понимаю? Так, как мы его... И подождите, это дальний же? Вот это... Вот это габариты, вот это ближний. Странно, не работает дальний свет у нас просто так с габаритами. Ну ладно. Все, погнали тогда. А хорошо идет. А хорошо прямо. Ну, подскидывает, конечно, коробочка. Конечно, не дает она полноцен. Опа, опа, оп, оп, оп. Так, дороги плохие у нас. Давайте сейчас скорость 80-90. Наверное, так и поедем. Не особо будем лихачить, потому что видите сами, какие дороги. Можно очень легко улететь, а мне этого не хочется. Ну, честно, скажу вам, как есть. Мне не хочется. Так, у нас, по-моему... Так, вот так нужно поставить, чтобы нормально все работало. Нет? Вот так? Почему не скидывается передача? Еще раз. О! Так, заработала секвенталка. Я постоянно забываю, как ее включить. Так, что тут? Опа! ДТП, что ли? А откуда там ДТП, непонятно. Едем, ребята, едем дальше. Вот сейчас опять в пол нажал, и он скинул передачу вверх. Вместо того, чтобы кикдаун. А если не торопясь? Нет, вот, короче, в пол нельзя нажимать. Или надо две передачи скидывать? 160. Хорошо идет, хорошо идет. И тормоза хорошие, и управляемость вроде бы... И вот он вид тоже имеет прекрасный, я вам скажу так.
Так, никаких обочин, конечно же, здесь не будет. Ну, страшновато обгонять, честно говоря, потому что ты вроде газ-то даешь, а она не едет. А ты давай, едь уже! Она не хочет. Как будто дизелек. Тот переключает рановато. 160, ну ладно, много, много уже. Слишком быстро. И это, видите, как будто бы середина только спидометра. То есть она сильно быстрее может ехать. Прям сильно быстрее. Так, куда-то мы приехали. Какой-то объезд. Давайте мы пневму с вами поднимем. Высокое положение. Так, по-моему, вот это пневма. Мне кажется, да. Мне кажется, это пневма. Ну, по крайней мере, вперед точно поднялся. Так, а это? А как опустить пневму? Вот это опустить пневму. Это поднять пневму. Не знаю, как заднюю пневму поднять. Или я поднял ее, да, так не понял. Но переднюю точно понял. Ладно, поехали. В натяжечку едем. Дороги, сами видите, какие. Ну, ничего страшного. Ой, что за фрезы дикие? Что случилось? Откуда такие фрезы? Так, продолжаем ехать. Да что ж за фрезы такие? Это мост такой, что ли? Опасный какой-то. Я так понял, что на скорости свыше 30 км в час. У нас пневма опустится в стоковое положение, поэтому сейчас просто разгонимся и все будет хорошо. Давай, давай, держи, держи. На, просто подвеску пробило. Как же жестко. Как же жестко подвеску пробивает. Ну ладно. Так, Малая Култушная. Река Малая Култушная. Не помню, проезжала здесь или нет. Вроде еще ни разу. Так, аккуратненько. Понтонная переправа, аккуратненько. Давай вот сюда. И... сейчас. Все равно зацепил, походу, бампером. Ну, низкий бампер, но это же М-обвес тут. М-бампера, они низкие, поэтому... неудивительно. Все, помчал. Он на две передачи, что ли, скидывает вверх, я не понимаю. Смотрите, сейчас докрутит. Вот до 6 докрутил, в принципе, неплохо. А разогнался очень сильно, 150 было. Вот в пол. Две передачи, три передачи. Ну да, где-то 6 докручивает. Ну, неплохо, неплохо. 140 я еду сейчас. В смысле, что, трафик 140, что ли, ехал? Просто я ехал и не догонял трафик. Вот эта тачка впереди, я не мог ее догнать. Сколько же она едет? А что это за тачка вообще? Это Камри, что ли? Нет, не могу, не успеваю. Так, чего здесь? Чего здесь такое? Давай, 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 давай. Давай, 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 давай. Ну, неплохо, неплохо. Хорошее ускорение, на самом деле. Я думал, что хуже, но нет, неплохо. Опять какой-то объезд. Почему столько объездов этих? Откуда столько объездов? Что-то они все ремонтируют. Ну, неплохая уж дорога, на самом деле. Не настолько плохая, чтобы вот так все ремонтировать. Что там разгрузили? Ох ты, вот это спуск! Так. Впереди Шкода. Сейчас со Шкодой потягаемся на трассе. Я знаю, просто Шкода, они такие, любят погоняться. Октавия 1.8, наверное, да? Но я думаю, что я его просто сожру сразу. Давай, 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 давай. Ну вот,
Может вообще на секвенталку прям переключиться, чтобы... чтобы докручивать эти передачи. Хочется их прям докручивать. Но тоже хочется, чтобы и коробка как-то сама отрабатывала все это. Не-не-не-нет. Вот сейчас. Оп! Оп! Так, опять какие-то кочки, канавы впереди. Нифига себе, канава! Ё-моё! Вот это канава! Вот смотрите, скидываю. И он как будто через две передачи переключает. 150 скорость была. Он через две передачи переключает почему-то. Хотя стоит мощностной режим. Может, надо обычный поставить? Да, слушайте, ну дело как бы в коробке. Сломалась, походу, коробка, что ли, на нем или что? Не едет нормально. Он вроде и разгоняется, но как-то странно. Ты вот жмешь, а он не едет сразу. Надо прошить его, наверное. Хотя вроде вот так вот едет. Короче, он с места едет. А на скорости резко ускориться тяжеловато. Вот вроде бы 100, да, но это 100 миль. Это 100 миль и 160 километров в час только что была скорость. Страшновато, страшновато на таких скоростях по таким дорогам ездить. Чего уж тут говорить. Очень близко, наверное, передача друг к другу, и поэтому так вот. Да куда ж ты полетел-то, дядя? Куда ж ты так полетел? Аж заглох движок. Так, ребята, сейчас как-то выйдем отсюда. Вот здесь, наверное. Вот тут попробуем. Фух. Ну, это жестко было, честно говоря. Просто я начал сильно тормозить, прям в пол оттормаживаться. Так, впереди ДТП. Впереди произошло ДТП, попробуем объехать. Так, чего, как мы здесь? Там не проедем. И здесь, наверное, не проедем, да? Ну-ка. Ну-ка, ну-ка, там. Может быть? Или нет? Я не знаю, наверное, нет. И здесь не проедем. Так, что делать-то? А, во, вроде бы пошла возня. Давай, поехал, брат. Поехал, поехал. Ну сейчас этот же тоже в тебя впилится. Ну ё-моё. Ну ты-то куда подъехал? Ну чё за дичь? Ну пропустите вы его, пусть он проедет. Так. Чего? Слышите? А в салоне как это звучит? Отстрелы прямо. Класс. Ну как же мне проехать здесь? Я не помещусь. Я тут просто не помещаюсь. Ну как-то давайте, может, а? Может, как-то поедем, ребят?
Может, чуть-чуть как-то мы двинемся немножко, нет? Так, давайте вот мы так вот аккуратненько сейчас. Потому что ну сколько же стоять можно ждать? Просто до бесконечности можно прождать. Так, пошла грунтовочка. А, извиняюсь, поворотник случайно включил. Забыл, что на BMW еду. О, неплохая дорога. Ну да, неплохая, да-да-да, ладно. Переборщил я. Погорячился насчет неплохой дороги. Ну ничего, солидно выглядит, да? Согласитесь? Что-то есть вот в нем. Ну подвесочка отрабатывает вроде даже все вот эти неровности, смотрите. Да. Удар жесточайший только что был по подвеске. Куда? А, вот. Все, это вот уже трасса началась обычная. Ну, судя по неровностям, да, это вот та самая. 130. 150. 160. 170. Ну, главное в пол не тормозить, я все уже понял. Если в пол тормозишь, то огромная вероятность того, что передние тормоза перетормозят, и ты просто улетишь. Огромная вероятность. Поэтому в пол не тормозим. Так. Хорош! 160 в горку. 160 просто в горку. Опа. А, тут сплошная, ну, поэтому не будем угонять. Все, держимся, держимся, ребята, держимся. Сейчас, сейчас настанет наш момент. Давай, давай. Фух, блин. Х6 чуть не угробил меня только что. Чуть не угробил меня. Все могло сейчас так печально закончиться. Ёлки-палки, вот это спуски. Жесть какая. Давай, поехали дальше. Ну ладно, тут без вариантов. Я бы оттормозиться уже не успел. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту!